Шериф завтра летит в Женеву на матч Лиги Европы с Серветом. Примечательно, что официальную тренировку команда проведет дома, на своем поле. Шериф потренируется утром и сразу отправится в аэропорт. Занятие пройдет на тренировочном поле спорткомплекса «Шериф», а пресс-конференция Романа Пилипчука будет уже в Швейцарии. Главный тренер заявил, ответный матч с «Серветом» будет ключевым. Команда настраивается на победу, несмотря на сложности с составом. Мы понимаем это и понимаем то, что у нас есть сложности, и с составом есть сложности. И видно, что то время, которое есть здесь, нагрузки упали на одних и тех же игроков. Сейчас попытаемся самое основное восстановить их за этих пару дней. Плюс есть перелет, довольно-таки непростой, 3,5 часа. Но мы не ищем оправдания, мы будем готовиться спокойно, целенаправленно. И, естественно, поедем пытаться брать очки. Напомним, после трех туров у «Шерифа» и «Сервета» по одному набранному очку. Тренеры обоих клубов говорят, от игры в четверг сильно зависят дальнейшие турнирные перспективы. Напомним, две команды из каждой группы выходят в плей-офф Лиги Европы. Команды с третьего места в феврале сыграют в Лиге конференций.